Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть турок. Давайте. По идее, нам немного осталось. Среди динозавров живем. Это обломок нашего корабля. Пойдем посмотрим, что там. Где ты? Что еще здесь? Господи. Ой-ой-ой. Вот так. Вот так вот, перезарядимся. Так. Вот так. Перезарядим. Где они? Где он? Но найду этот чертов передатчик. Из-за него погиб Фостер. Давай. Нашел. Идиот. Давай, где ты? Все, он у меня. Сейчас я сожру. Что и требовалось доказать. Так. Доставить переговорное устройство в свой отряд. Назад мне хода нет, это факт. Я должен с тиранозавром биться, это точно помню. Было такое.
Факс. Пошли. Мы были здесь. Тираннозавр отсюда вышел. Съел его. И что получается, он в тираннозавре теперь? Здорово, блин. Так. Спокойно. Блин, быстро. Опа. Идем. Ой, ёж твою мать, да как это? Беги. Ой-ой.
перезарядим. Вперед, вперед, вперед. Так, мне надо только вперед. Вот так. Ну-ка, тихо там. Так, оружия нету никакого тут. Для меня нету. Ой-ой-ой. Вот он, тираннозавр здесь. Передатчик у меня. Тебе 20 минут покушать. Беги. Вот так вот. На! Только с ножа его вырезать здесь, больше никак. Это вот я хорошо помню. Долго, потому что мудохтался здесь. Встретиться со своим отрядом. Прекрасно. Так, минутку, подождите. Так, оружие все потерял. На! На! Где? Ну-ка. Вот. Уже не такой пушистый. Здесь что? Давай. На.
Вот и пусть там вот бегает. На. Подожди, мне надо пополнить оружие, я знаю где. Меня так просто не проведешь. Раз вас здесь двое было. Снаряды, значит, на вас двоих здесь давались. Нет? Тогда пойдем к мясу. Слышу. Ладно. Давай, заходим. Сейчас здесь динозавры будут, это точно помню. Кто? Где? Ах ты падла. Я что думаю, тебе обходить вас должен, что ли? Вот так. Должен был вот так всех вас завалить. Ладно. Тихо. Я тебя так забью. Что вы думали? Злыги. Давай, идем. Нет такого, что я открою, он на меня выпрыгнет в то время, когда я открываю. Опять не прорисовка неполная. Ушел. На. Убил.
Спокойно. Смотрим. Сбивать их, да? Ну, высматривать, сбивать. Что для этого приготовлено? Вот и все. Блин, он меня развернул. Пока нормально. Жить можно. Вот такой глюк. Так, я не понял, а я здесь был, да? Охренеть. Я говорю, он вот так вот пропадает. Так вот их можно, по идее, сшибать. Они, если не ошибаюсь, с одного патрона будут гаситься, с этого, с винтовки. Падайте. Пойдем. Так, мне сюда, да? Ну, походу дела сюда и надо было. Так, ну-ка, циц. Все, сейчас уроки делать будем. Сейчас бить вас буду. Побуду. Где Гонзалес? Его убили. Фостер тоже мертв. Правда? А, они были героями. А ты вернулся целый и невредимый. Ну, повезло, да? Сначала ты кинул моего брата, а теперь лучшего друга. Надо было тебя с самого начала придушить. Эй! Ты же знаешь, что он справился, и справился один. Остынь, он не виноват. Сейчас он у меня остынет. Доставай нож, посмотрим, каков ты в деле. Вас в стаи как раз этому учили, да? Да. Ножичком махать. Да, типа того. Хватит, Свейн! Отвали! Я его не боюсь! И тебя тоже! Я тебя достану, турок! Ой. Спасибо за помощь. Так, сейчас отбиваться надо будет. Черт, Кол мертв! Врача! Да. Нападение! Всем занять оборонительную позицию. Ой-ой-ой. Ой, а где это такая у нас турель? Мало не пошел.
Так. Опаньки, опаньки, меня убили. Ладно. Так, ладно. Всем занять оборонительную позицию. Подкрепление прибыло. Хорошо стреляют. Граната! Перезарядитесь, это еще не все. И это еще не все. Опаньки. У них еще и пулеметы. Спокойно. Где? Он рядом. Турок, возьми пулемет. Мне нужна помощь, Турок. Вентиля прорвались. Эй, за мной! Что за гадость? Осторожно, их тут много. Так. Пора их отстреливать. Что? Ну, пойдем. Готовьтесь. Куда он делся? Так где? Ой-ой-ой. А, это так по сюжету должно быть. Блин. Так. Мне нужна помощь, Турок. Вентиля прорвались. Эй, со мной. Осторожно, их тут много. Ладно.
Учту. Меня так кто сейчас вырубил? Он не один, что ли, такой? Блин, блинский. Мне нужна помощь, турок. Вентиля прорвались. Эй, со мной. Осторожно, их тут много. За работу. Да. Так. Найди его. Так, змеиник. Жди. Заплатишь, сука. Тихо, тихо. Да я его только что выстегнул. Куда бежать? Разнеси его. Так. А где он? Урок, выноси эту грязь. Подожди. Мне так-то боеприпасы нужны. Урок, стреляй по танку. Подожди. Единственное Урок, место. Стреляй по танку. Ой-ой-ой. Да спокойно. Разнеси его. Урод, выноси эту грязь. Спокойно. Не вижу его. Стреляю. Наконец-то, блин.
для Льюиса и Коула. И передатчик никуда не годится. Ну, отлично. Просто зажибись! Идите все сюда. Нам надо все обсудить. Во-первых, теперь я главный. Да как это так? У нас не осталось офицеров. Коул, Хендерсон, Льюис, все мертвы. А ты ничем не лучше меня. Остынь, сынок, я главный. Это шутка такая, что ли? Хватит трепаться. Вопросы есть? Вопросов нет. Ладно, слушайте. Они знают, где мы, поэтому оставаться здесь нам нельзя. Уходим и попутно ищем возможность улететь. И как это я об этом не подумал? Чего же мы ждем? Пора менделям яйца поотрывать. Джерика, стой! Они убили наших ребят! Подождем до утра. Чего ночью-то воевать, правильно? Я иду сейчас. Вот динозавры проснулись. Ладно, хорошо. Ждем до утра. Нам всем хана! Спокойно, Шепард. Слейд, у меня для тебя задание. Возьми Турока и выясни, что это там шумит. Да ладно, Логан, ты серьезно? Добровольцем вызвался Картер. Еще кто теперь хочет пойти? В рабочую тетрадь. Теперь пора уходить отсюда. Надо поискать путь с этой долбанной скалы. Ну вот. Правильные мысли тебя посещают. Короткая соломинка. Только что отправил нас на смерть, понимаете? Вы понимаете? По велению короля Логана мы отбываем. Так, что-то напугало этих мерзавчиков. Куда? Сюда идем. Это же просто жмур, Картер. Ясы, пацан, теперь что случилось? Это что за Миша, беги, идиот! Не понимаю. Твою мать! Вы меня сбили с панталыки, я бы в эту хрень упал. Логан только что отправил нас на смерть, понимаете? Вы понимаете? По велению короля Логана мы отбываем. Давай. Его прошило насквозь. Это что за дело? Заткнись и беги, идиот! Бегу, бегу! Там в скалах что-то будет. Смотрите! Хорош камнями кидаться, ублюдки! Урок ты первый. Ну конечно, кто ж еще-то? Это чистой воды самоубийство. И тоже карта. Ну спасибо, Лок. Пусть еще выдаст мне белую рубашку, на ней кровь теперь не смотрится. Заткнись, карта. Сюда-сюда. Нам приятно туда тащиться. Это запчасти. Идем на свет. Здесь нельзя оставаться. Мне не по себе. Спокойно, карта. Ты как девка прямо. Так. Кто-то не справился с управлением. Я серьезно. Это кому под силу затащить под землю БТР? Давайте-ка обойдем этот цель. Давай. Надо разведать. Смотрите сюда, парни. Что не так?
Докладывает Кейн. Вот все, что мы знаем. Ученые собирались вскрыть несколько клопов для изучения. Но во время операции произошел выброс токсина. Все, кто был в лаборатории, погибли за считанные секунды. Но у тех, кто зашел туда позже, нет никаких признаков отравления. Лаборатории и все, кто там побывал, на карантине. Яд сейчас изучается. Я буду держать вас в курсе событий. Охренеть, хороший Лё, яд. Теперь у нас у всех рак. Ребят, смотрите-ка сюда. Вот это махина. Да, да, ну вы посмотрите на это. Вроде как все заброшено, но в ангаре стоит корабль. Это же наше такси до дома. Логан, прием. Мы нашли корабль. Да вы шутите? Давай, координат. Это что за чертовщина? Держи дверь на прицеле. Кто-то сюда ломится. Ну, конечно, кто-то там ломится. Найти выход. Вот он выход. Уходим. Ладно, ты первый. Мерзота! Там вертолет. Тот настоящий клоповник. И как мы тут будем? Так, а сменить их? Понятно. Ну-ка, давай попробуем. Подожди. Подорвал. Ладно. А, вот посюда мне слазь.
перезаряжу пока ленту. Я тебя прикрываю. Давай, давай, давай. На. Блин. В космосе летаете и все не можете придумать, чтобы не перегревалось оружие. Дурок, ну ты просто зверь. Тихо. Бежим. Бегу. Теперь мы вместе пропали. Чтоб не говорил, что я один там. Дамс. Ну. Кого-то он пригвоздил-то я. Девчонку. Доложите обстановку. Пусто. Мы зачистили эту деревню месяц назад. Черт! Поздравляю, Турок. Отличный выстрел. Конечно, это не наша цель, но мы ее найдем. Даже если нам придется вырезать всех чертовых крестьян в этом захолустье. Граймс, деревню сжечь. Остальные уходим. Убей ее. Я не могу. Это ж просто баба. Это просто. Что-то у них просто. О, огнемет. Так, так, так. Вот так. Охренеть, быстро уходит. А? Ну что, занимайся своим делом. Жди, мать. Все равно вниз. Как его кручу.
Ну как же быть? То, что не допрыгну, это точно. Живые. Нет, не загоришься. Опа. Ладно. Оттуда я пришел. Ой, ёж твою мать, а куда ты мог укатиться-то? Нет. Ничего не меняется. Вот один. Точно так должно быть. Нет, это так. Тут ничего не получилось. Значит, я знаю, где надо взорвать. Где у нас было-то? Я же видел. Так, минутку. Вот здесь вот надо уже как-то взорвать. Осторожно и спокойно. Так, надо вот тут-то как-то взорвать. Да.
Да куда? Куда не туда, хоть вы хоть мои кните мне. Мне почему-то кажется сюда вот. Только почему-то я. Подождите. Так сойдет. А вот теперь. Вот так это должно проходиться. Я просто уверен. Если вы сразу не сможете перепрыгнуть, то все. Заправим. Тихо, тихо, тихо. Тут кто у нас? Так, мне вниз или наверх надо? О, ну по крайней мере правильно иду. Раз сохранялка сработала. По трупам ориентироваться. Пока правильно иду. По крайней мере, должен правильно идти. Так должно быть. Ой, не в ту камеру, да, залез?
Правильно иду. Мои книги хоть. Охренеть. Куда иду? Ниже и ниже. И ниже. Мне выше надо. Мне подниматься надо, а не опускаться. Блин. Ну смотрите-ка, правильно иду, если все еще иду куда-то. Значит, правильно. Большие пещеры. Прямо как у моей бывшей. Давай. Здесь можно посмотреть. Идем сюда, значит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Наземные и подземные твари, кстати, в метро, по-моему, такие же. Только там пауки были. Света боялись. Их огнем хорошо жечь было. Из пневматики. На! Огненным шариком. Одно попадание и все. Вон труп. Это вода. Я чувствую, тут должен быть монстр. Потому что вот стоят тут вот эти, которые будут его убивать. И я буду носиться туда-сюда, поджигать их. Большой, но это даже не динозавр, это уже монстр. Твою мать, подожди. На.
полоснулся. Ой, как бы мне не отхватить. Получилось или получилось? И немножко сюда. И чуть-чуть сюда. Кстати, в Tomb Raider тоже морское чудовище было такое. Или не все? Вот так вот. Учись, салага. Какую гадину я тут убью. Еще кто-то оружием разбрасывается. Только никому не рассказывай. Ну ладно, я же не ты.
А, я ему свой огнемет отдал, с которым я бегал, что, блин, какой запас ему хороший принес. Давай. Сюда. Куда? Сюда. И прыг. И скок. И снова. Дурак, то, что там случилось, останется между нами, ладно? Ладно. Блин, и вот тебе на, свалил меня в яму, вот тебе и гаденыш, паршивец этакий. Давай. Идем, идем. Я неудачно бахнул. Тихо, 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 тихо. Я вас всех зажарю. Вон оно как.
Нет, пока так идем. Давай, давай, давай. Так, подожди. Пойдем, 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 пойдем наверх. Блин, я упал. Ничего страшного. Вот теперь страшновато уже. Белый свет как копеечку. Так, посюда вот я. Ладно, идем сюда, посюда залезем. Охренеть, нахрен, вот здорово, это только и не хватало мне. Пойдем сюда. Воротам, пожалуйста. Блин. Мне что, действительно всех надо убивать? Ладно. Не хотел, конечно, этого сделать, но...
Вот так. На. Где ты? Блин, граната. Вот вы мне дороги все. Кто бы знал. Не получается. Ладно. На. Не так. Блин, этот участок я застрял. Давай. Опаньки. На здоровье. И так, не так, и это к мне так что-то я. Блинки. Что за нахнагель? Где кто? Так.
Аккуратнее, аккуратнее. Даже не знаю, что и сказать. Одни матерные слова, но мне. Это все взял. Ждем, ждем. Ой-ой-ой. Ждем, когда отсюда смыться можно будет. Перегрелся. Не вижу. Вот я слышу, что он работает где-то. Падать в любом случае, да?
Будь здоров. Ой, спасибо. Тихо. Для пулемета. Тихо. Вот так. Вроде хорошо гранатами-то стрелял, а что не получилось-то? Не понимаю. Вот тебе и раз, вот тебе и два. Как это вообще должно проходиться? Сейчас обменяем тогда. Пойдем. А, ну, вот так вот можно. Все, понял. Икс. Перезарядим. Точно, снайпер. Так, ну, с этого там у него точно не подобил.
Как вы меня умудряетесь гасить-то? Раз отдышимся и снова в бой. Вот так. Получил. Перезарядим. Я думаю, сюда. Ну да, лестница есть. Фу, вроде как что-то где-то получилось. Так, ну вот жуков, по крайней мере, мы... Ну, я думал, жуки будут вообще-то. На них рассчитывал. Жуки, жуки. А, у меня вот в такой последовательности, все понял.
Опа. А что вы здесь делали? Непонятно. Подозрительно все это. Как и не скрыться же. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!